Ну, ладно. Ладно, завтра видно побольше. Алло, привет. Привет. А тут будет чат отображаться? Хай, это я выключил, да? Шоу. О, ку-ку, а я вас вижу, кстати. А я вас, кстати, вижу. Смотрите. Сейчас рейд, когда прилетит, я вам покажу что-то. Угу, блин. Привет. 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 Сука, там может Стас уже закончить свой стрим, ебан? Ну, сейчас сниму, смотрите. Стример 9. Сидит, стримит. Все сюда нахуй, блядь. Спасибо большое за рейд, Стас. Спасибо большое за рейд. Всем привет, ребят. Давай рум-тур. Так вы же видели. Че он показывает? Ну, типа, тут туалет. Тут мы какаем. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Спасибо большое за рейд. Тут мы моемся. О, машинка, она, кстати... О, она достирала. О, и даже потоп мне не устроила. Охуенно, пиздата. Оп. Нет, вот это туда. Охуенно, классно. Стас, там твои трусы постирались. Нахуя мрамор. Тут я сижу, старые мои у меня тут, старые млю. Тут это. Покажите, тихо. Там выхста, вот тут выхста. Ого, блин, ого, блин. Покажите, тут у меня мусор стоит какой-то. Ну тут мы спим. Покажи, где трахать. Не-не-не. Вот тут мы спим. Тут у нас происходит сон. Обычно. Стас там спиздил мою повязку, мою, кстати, лягушку вот эту ебаную. Ебетесь. Не-не, мы не такими вещами, мы не занимаемся. Стас, а сделай анонсы в моем телеграме, пожалуйста. Спасибо. Мы сейчас будем вместе с вами вот это раскладывать, потому что я играла в Counter-Strike и нихуя не разложила. Тут, кстати, подарок Стаса. Смотрите, это ему гаечка и ломака подарили на день рождения. Во. Классно! Ого, блин! Ого, блин! Это надо убрать. Это надо убрать. Оп! Оп! Этот. Не открывается. Блять. Ой, ебать, тут так темно, она камере. Светло, да. В комнате, кстати, темно. Так, камере это у нас. Отдай нет, мне, нет. Отдай мне, я оператор. Нет, все, оператор 9. Да дай я сниму! Что ты? Давай я сниму. Иди нахуй. Да сюда. Нет, да без тебя я тут сниму. Так, смотрите, тут у нас. Мясо, тихо. Тут у нас мясо, тихо. Отойди нахуй, отойди нахуй. Тут у нас Даша купила приготовить нам курочку, что это, индейку. Посмотрите, срок годности 24.09. Сейчас, блядь, 10.00 какое-то там нахуй. Красава, блядь, красава, мусорку. Это, блядь, мы заказали нахуй, что, фреш попить, блядь, попила нахуй, попила, блядь, фреша нахуй. Ну тоже выкинь, давай. Молочко, блядь, которое уже сколько тут лет валяется. Подожди, что тут? Ну, выкидывай нахуй, блядь. Что тут еще? Огурчики, блядь. Сейчас я вам покажу свои огурчики. Смотрите на мои огурчики. Смотрите на мои огурчики. Они в плесени, нахуй. Они все в плесени, блядь. Огурчики, блядь. Вот такие вот мне огурчики купили, нахуй. Они изначально плохие. Вот такие мне огурчики купили. Тут у нас, блядь, она откусила, нахуй. Не доела, блядь, бросила, нахуй. Да, дурак, это нормальный перец. Не трогай ничего здесь. Знаешь, где нормальный перец? Хочешь, покажу? Нет, ничего здесь не трогай. Тут без себя все нормально. Что нормально-то, блядь? Все тут без себя нормально. Так, все, пошел. Че тут? Куда ты пошел? Еду доставай, блядь. Тут, короче, бардак ебан. Смотри, чувак, я хочу, короче, вот сюда вот поставить. Сейчас стол. Вот сюда поставить штатив с камерой. Фон, короче, будет какой-то вот такой. Ну,
не такое уебищное, какое-то типа такого. Здесь у меня будет этот стеллаж со всякими штуками. Здесь будет надпись «Станислав 9». Здесь неончика, короче, бахнем. Здесь нужно, блядь, шторы повесить. Сейчас, смотрите, какую хуйню повешу, ебать. Оп. Тихо, нахуй всем. О, включи ее, кстати. Эть. И как? О. Вот эта вот надпись будет, короче, висеть. Как вам? Да не пищи ты. Она РГБ или только такая? В смысле, она только такая. Вот, вот эта хуйня, короче, будет висеть на стене над стеллажом. Не. Жесть крутая. Капец. Тут мы трахаемся иногда. Иногда бывает. Сейчас я пойду нормальный траходром наш сниму, блядь, по-адекватному. Тут, короче, смотрите, бывает так. Она, короче, садится жопой сюда. Я вот так стою. И вот так вот, короче, вот так вот. Ну, тут просто, типа, шпили-вили, тудым-сюдым. Вот, тут, блядь, кровать не застелена, нахуй, чел не застелил, блядь. Смотрите, блядь, начинаем худение, блядь. Начинаем правильное питание, смотрите, блядь. Ну, это телефон плюс одежда, нахуй. 100 кг, блядь. Ну, 98, если там телефон, одежду, блядь, убрать, ебаную, там, покакать может. Ага, блядь, 100 кг, нахуй, груша ебаная ходит, блядь. Что, я показал всем, что я вешу 100 кг. Наша отправная точка нашего правильного питания начинается со 100 кг, блядь. Что? Ноги Шрека, ты долбоёб. Мушка, вот, блядь, дай тебе ноги волосатые, сука. Смотрите, мы видим, блядь. Да. Ты готовить начнёшь, блядь, или сколько ждать-то, нахуй? Я тебя сейчас ёбну. Да. Опа, жопа. Кайф, никто даже не заспалил. Никто даже. О, ты дура, у тебя 20% на телефоне, блядь. Ага, вон розетка. Что розетка, блядь? Мне с розетки нахуй снимать, блядь? Да, я поставлю. Ты можешь отключить? А, стоп. Или, мне кажется, я включил режим энергосбережения, будет хуже снимать. Надо выключить его, наверное. Так, шторку вверх, только там, по-моему, чуть-чуть засунуть. Он застопится, но сделайте побыстро это просто. Ебать, ты умная. Чё вы врёте? Так. Подожди, я за зарядкой схожу, блядь. Иди сюда. Уёбище, шо тебе надо? Как он, кстати, окно панорамное, ебать? Смотрите, так стоит. Вот как, оцените картинку по десятибалльной. Какой ноль-то, блядь, придурки, сука. О, ебать, качественно снимает. Слышь, вообще качественно, нахуй. Прям как в жизни, блядь. Не, ну красиво. И у меня тоже. У меня вид, короче, вот на вот это здание. Оно ночью все горит, там сияет. Бум-бум, дыч-дыч, блядь. Эту хуйню надо все убрать. Что? Мой кукинг, у меня кукинг. Хуюкинг, давай, оператор 9, снимай. Нет, иди сюда. Ты, блядь, ну дай телефон. Без стабилизатора, чуваки. Посмотрите, какая картинка без стабилизатора. Сука, говорю, иди сюда. Верни мне телефон. Что происходит? Нет, не открывается. Открой мне курочку, блядь. Это индейка. Хуейка. Включи этот свет, который нижний, где он включается. Опа, нихуя себе, блядь. Даша готовит просроченную индейку. Нет, это другая. Нет, это я сегодня заказал. Она... А это люди ходят. Чё ходят, блядь? Она территория тут... закрытая, блядь. Хули ходят. До 15. Она не открыла. Ты вообще бомжиха, ты можешь открыть, блядь? Показываю, как надо открывать, блядь. Это, ну не делать так, мы не всю будем готовить. Я ее куда потом дену? Скотчем залепишь, блядь. Бля, какой уеб, ну посмотрите, что он сделал. Скотчем залепишь, блядь. Блядь, с кем я нахуй живу? Скотчем залепи. Каким скотчем, блядь? Так ты ее уже нахуя так открыла? В смысле не всю, блядь? Мне тут на два зуба, нахуй. Нет, ты будешь один кусок кушать. Какой нахуй один кусок, блядь? Тут в одном куске сколько калорий, блядь? 13, блядь? Ты будешь кушать один кусочек. Ты ебанушка, блядь, мне не хватит, всё, нахуй. Уходи, давай, два кусочка кушать. Нахуй ты мясо моешь, блядь.
Что, что оно в крови, ты будешь в крови кушать его? Да, я кровоед. Снимаем попу. Да. О! Он показывает, короче, на нее. Посмотрите на Дашу. Она готова, говорит. Я вам покажу путь. А теперь он балерина. Сейчас балерина. О, обзор на стейк подав стейк. Блядь, не толкайся нахуй. Блин, мне кажется, я гениальный эрорельщик. Что происходит? Что происходит? Что жопу? Ты охуела? Какую жопу-то, блядь? У меня кукинка. Нахуй ты мясо, блядь, сука, воротишь в этой хуйне? Я не ворочу, я убираю, чтобы она не была мокрая. Ладно, блядь, теперь у меня мясо с салфетками, блядь. Оно не, оно не оставляет следов. Закрой. Я за зарядкой. Зарядка! Ты дура, не додумалась, телефон зарядить, блядь. Так, тут где-то презервативы, надо их не спалить. Сколько онлайн? 2160 человек. Какого хуя онлайн больше, чем у меня, блядь? Потому что, сука, Станислав 9, гениальный продюсер, блядь, съемщик. У нас сегодня. Иди сюда, вот сюда снимай. Так, а зарядка? Ну подожди, ты воткни. Подожди, а сколько процентов? 19, а, так кому так? Ну дай сюда. Отдай. У нас, короче, сегодня в рационе, ты максимум письку по вечерам лежишь, какие презики, поняла. У нас, короче, сегодня индейка будет. Сейчас я ее замариную с гречкой. Хуечкой. Балдёшь? Сколько хата стоит? 115 в месяц. Овсянка лучше. Чем, блядь? С индейкой овсянка лучше. Ебать, она грязная. Надо этот... Тут есть, походу, этот... Сейчас у нас будет мытье, пока она будет мариноваться. Отдай Стасу камеру. Охуели, блядь! Потому что я снимаю, блядь, нормально, нахуй. Ты просто... У меня кукинг, ты хочешь квартиру, блядь, снимаешь. Ты вообще дурак. Тебя ебёт, блядь. Пролётка 9. Потолок. 2221 онлайн. Все, Дип. Берем тогда тебе рекламу, и ты платишь за квартиру все месяцы остальные. Замечательно. Охуеть. Чистота, блядь. Да безумие нахуй. Не, это еще не чистота, хуйня была. Это, блядь, чистота. У-у. Охуеть. Испортил все. Сыпай. Это что? Это не трогай, это, блядь, плиту чистить. А если тебе в лицо брызгну, что будет? Ты заколбоёб! А, блядь, чё ты нахуй паникуешь, блядь? Не паникуй. Ух, нихуя тут воды у нас. Да, я 8 бутылок заказала. Блядь, а чё половинки нет, чтобы я Water Flip Challenge упал? Хуипки, блядь. Так, типа, иди сюда, у нас сейчас маринад будет происходить. Дай Дашу по попе. Нет, да. Спрятал. Давай, что? Иди сюда, снимай. Мы, короче, берем. Если профессиональную съемку, которая даже трястись не будет. Ага, давай. Мы, короче, берем индейку. Охуеть. Заливаем это, ее это соусом, соевым соусом. Ой, блядь, это полный трах, полный добавляем трах. Туда, уйди. Добавляем туда чуть-чуть горчицы. Чуть-чуть горчицы. Оу, oh, да. И let's go, добавь ее. Я ненавижу горчицу, какую горчицу, так блядь? Так это маринад. Ты хуйнат, блядь. Горчица, блядь. Да открой ты, сука, упаковку, блядь. Посмотри, сука, грязюка ебаная, грязная нахуй. Это вода, чел. А это что на пузе у тебя, блядь? Это ты мне испачкал. Ага, блядь. Еще что, нахуй. Let's go. Блядь, да выдави ты нахуй. Mm-hmm. Что происходит тут? Нужен нож. Абсолютно. О, будь аккуратнее. Пошла. Ой, блядь, как будто прыщ выдавил нахуй. Твоё? Ох ты, блядь! Так, теперь добавляем туда специи. Ага. Немножко.
для курицы и индейки. Для курицы и индейки. Да стой, дай я. Нет, да ты сейчас так сыпанешь, блядь. Ох ты, блядь, все уронился. Все испортишь. Let's go. Мы едим без соли, потому что у нас диета. Хуета, блядь. Еще мы можем... Где? Еще можно добавить... где? Там не видно ничего. Ой. Да что, смотри, сниму. Ой. Мы... Наверху? Нет, на вот этой полке. А ты что, не видишь, блядь? Я не вижу, у меня рост. Нет там нихуя. Подожди, а где он? А, вот оно. Домашняя, сука, зафиксировано. Уёбище. Пошло в жопу. Уёбка, блядь. Тихо. Иди сюда, у меня мариновка, уёбка происходит. 2-4 столная. Боже, я гений рыла. Нахуй вообще стрелять компа! Пум! Ебачи 360, охуеть, я чуть в окно не улетел, блядь. Подожди, я чуть в окно не улетел, блядь. Ебать, я чуть не ожидал, что аж сальтуху ебану. Что такое тут происходит? Что происходит-то, блядь? У нас тут происходит перчевка. Перчевка. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Оу, oh, yeah. Фу, а тут спецэффекты. Ебать, я выдохся, кстати, нахуй. Можешь подключить со своего телефона, просто на фоне чуть-чуть музыку включить? Of course, man. Oh, fucking course. А, у меня телефон here. И сюда еще добавляем чуть-чуть. Вот так вот, чуть-чуть. Сейчас я наебеню вам чат музыки нормальный, блядь, пацанской. Ну, блядь, сейчас я вам пацанской музыки. Да подожди, тут пацанская давай музыка. Давай перемешивать уже. Так, Bluetooth. Fucking bitch. Find. Doom. Waiting. Doom. 2400 онлайна? Да. Я же говорю, гений, блядь, всем и съемки. Всем привет. Где я, блядь? BMW. Фух, BMW. Это Батина, наверное. Нет, не Батина. Это бизнес такси. Подожди, меня наебали? Не ровно. А, супербокс, блядь. Вот же, бель плюс, нажми, блядь, что-то. А, тю, блядь, оно ж в этом. Похуй. Все, только очень тихо включи. Абсолютно верно. Ты думаешь, я первый день, блядь, в стриминге, нахуй? Оп. Не трогай, блядь. Не трогай, сука, я сам все настрою. Убери руку оттуда, блядь. Да выключи. Включи, блядь, я сейчас выключу все, дай послушать. До дропчика, давай, подроб готовь. Подроб готовь. Блять, нельзя с телефона сворачивать. Ключ Халели. Чат, сейчас я вас шахну. О, вошли. О, блять. Мне камеру пачкаешь там. В, сука. Это до дропа. А. Блять, Все вырубаю. Ебанушка. Так дам нахуй. Не трогай телефон. Подожди, мне нужно Spotify зайти. У меня ВК нет подписки, блядь. Иди туда. Я все держу под простой. Чат, я вам сама покажу, не переживайте. Вот, смотрите, сейчас это мы будем... Это будем сейчас просто вот так вот обваливать, обмазывать. Так он... Отдай нахуй. Так он тут, что вы орёте? Так, сейчас зависнет. 15%.
Все, теперь оно должно полчаса мариноваться. Сколько, блядь? Готов парик подошел до уровня. Я сейчас поставлю. На вал пошел. Все, подожди, я посидеть, я напрыгался, устал. Ух ты, блядь. Ты дура, вообще ничего не слышно, вруби, блядь. Ебать, я устал. Еще погромче, да им вообще не слышно это. Тут же микрофон с телефона, блядь. Примерно так. Все под контролем. Оп, 360. Что происходит? О, это что такое? Это гречка? А что за пакет, блядь? Гречка в пакете, нахуй? Какой гречка в пакете, блядь? Water. Это не, это ну, стойка такая, знаете, когда шаулинская. Че, долбоёб? Что, блядь, шаулинская? У тебя хуй шаулинский, блядь! Дай бог меня забанят. Ай, блядь! Нехуй пиздеть у меня в квартире, блядь. Меня забанят. За что? За стойку шаулинскую, блядь? Осуждаю, нахуй, долбоёба, блядь. Стойка шаулинская была, блядь. Плотная всем нашим. Да мне бутерброд вообще не сделать. Выпей воды, нет, сука. Все, эти все. Хотя я сейчас напьюсь, потом есть не захочу. Ладно, без бутерброда, потом почти челленджа. Смотрите, тут у нас диван вот этот. Мы хотим его, короче, отодвинуть к окну. Вот так, к окну. Не трогай. И здесь телек 65 дюймов поставим. Да отсюда, блядь, неудобно играть. Неудобно. Ну, под таким углом чуть-чуть надо поставить. Не надо ничего. Хоть что у тебя за мания двигать, блядь, и так, который вечер... Что у тебя за мания пиздеть, блядь? Завали ебало! Потому что ты хуйню несешь. Ты охуел, я оператор, блядь. Фу, ебать, я вспотел, нахуй. Мне срочно нужно потребить калории, блядь. Срочно нужно потребить калории. Ты засек время? Сколько время? Сейчас ты засеки время. А во сколько ты поставил-то? Ну, минуты 3 назад, 4 поставил. Да. Ну, 4 минуты прошло. У меня 24 минуты до конца идет. Когда будет, сколько минут надо? Через полчаса. А, ну в 50 минут. Фу, ебать, я устал, нахуй, напрыгался, сальтуху наделался, блять. Думаю, короче, я пошел на улицу. Охуел? Стоять нахуй. Уходим. Интернет лагает, пацаны? 1, 2, 3, если меня слышно. 1, 2, 3, если меня слышно. Слышно? Уходим, ничего не палим.
Ебаный Wi-Fi, вернись. Ладно. Я еще нашу квартиру даже не снял. Ебать, оператор классный. А, не трогай за попу меня. А, пальчик в попу всунула. Ох ты, сука. Wi-Fi, блядь. У меня Wi-Fi на полстраны, блядь. У нас роутер в шкафу, нахуй. Чё ты села, блядь? О, ножку на меня закинула. Я вижу, ты любишь трахаться жестко. Да не кусайся, блядь. О, записюн схватила, блядь. Жесть, нахуй, ебануться. А ну, схвати записюнчик, блядь. Ты что, долбоёб, блядь? Мы не на том сайте. Ну, сейчас перейдем на тот, блядь, после стрима. Нет. Блядь, ебать ты меня схватила, сука, больно за писюн, блядь. Не больно, ты честно. Больно схватила, блядь. Не больно. Больно схватила за писюнчик. Короче, а потом интеграция, короче, когда сейчас делать интеграцию, делал такой пролет. Интеграция. Чего ты пришла-то, блядь? Что это такое, нахуй? Не трогай мои фигурки! Пустое место. Тихо, я пойду обзор делать на свою комнату. Вот так вот грустненько тут живем. Сюда надо какой-то стеллаж, либо диван, я хуй знает, сейчас как-нибудь снять. Как думаете, что в этот, вот это вот пустое место, вот тут, что тут лучше поставить, стеллаж какой-то, либо диван, либо что, я не знаю. Потому что у меня в комнате здесь только ПК, шкаф вот этот, блядь, и еще шкаф. Все. Ничего, так если я ничего не поставлю, у меня эхо. Мне надо как-то эхо убрать. Сука! Тут вот такая, короче, система у меня. Тут должен быть болт, ну, болтик, какая-то хуйня, которая так накрепится, а я не знаю, как, блядь. И вот так вот, короче. Какие 2600, блядь? Потому что я съемщик 9. Какие 2600, ты ещё ёбнул? Ну, красиво, да, смотрите, оп. Нет. Знаете, сейчас. У тебя солнце захуярит из окна. Ну, я знаю, да. А тебе не отсвечивает? Да не, норм. У меня сегодня просто отсвечивало, я закрыла свои окна, которые у меня на спине. О, держи вот так его. Просто вот так вот. Прям вот с места не двигай. Смотрите, мы так, оп, берем, скрываем, запускаем Counter-Strike, нахуй. Пошел обзор на 280. Вот так. О, вот так и снимай, вот так и снимай. Смотрите, мы заходим в контур Шрек. Mm-hmm. Сейчас фейсит летим. Полетели. Сейчас летим фейсит. Кейсы? Какие кейсы, блин, на богатого похож нахуй. О, монитор в сперме. Тень пениса моего? Смотрите, тень члена, блядь, на мониторе. Все увидели? Сейчас я вам покажу, что такое 280 Гц. Сейчас вы реально познаете. Похуй мне, все равно, блядь. Сейчас вам покажем все, блядь. Видите, как быстро заходит, блядь? Это нахуй, да. Но я сейчас не могу, сори. Смотрите. Плавность ёбнутая, блядь, особенно с телефона. Стримка, я стрим. Вантап. Оп, блядь, он мне сказал так держать. И как сказал он держать, так и держу, блядь. Оп. Стрейф. Заходим. Оп. 360. Let's go. Все, мы наиграли с КС, я смотрим дальше. Стой! Верни сюда, на это место. У меня 75 плот. Это что? Ты что, долбоёб? Пошлите нахуй отсюда, чат. Какую-то хуйню делает, я в ахуе, блядь. Может, лего собрать? Сейчас закипит. И будет охуенно. Шкаф, шкаф дал нахуй? Шкаф, блядь. И чё расскажете? Да, возьми меня за пенис, пока никто не видит. Уёбище, блядь. Кожа гусиная началась. Конченая нахуй. Домашняя сейчас точно была зафиксирована, блядь. Давай, ручку к пенису моему веди. Ты чё, конченый? Проведи ручку. Ай, блядь, ты чё? У меня так ладно. Ручку. Писи. Ты уёбишь, блядь. Ай, больно. Коза ёбаная, блядь. Чё ты гнёшься кого-то в живот уебал, блядь? Я больно делаю. Я тебе не делаю. Ты охуела, не больно, блядь? Ты мне нахуй уебала, ещё ногтями поцарапала, блядь.
Больно, блядь, охуеть, прикольно, блядь. Можно зазвонить? Все, у меня пошла сборка лего. Да ножка нахуй, не трогай лего. Я пошла лего собирать. Не трогай лего мое. Сейчас проверю, что это. Лего положимо? Ну ты уебанушка! Че ебанушка-то? Не трогай лего мое. О, нихуя, тут ширик, ебать, я с шириком нахуй все снимаю тут. У кого голова закружилась, плюс в чат. Долбоёб ты. О, блядь, ебать, закружился нахуй. Ой. Иди сюда. Подожди, я хочу посмотреть, как на стриме выглядит 360. Нихуя. Ох, блядь, закружилась она голова. Ой, блядь, я ничего не вижу нахуй. Ох, блядь. Блять, красота. Бля, ну скажите, красота полная. Ну, балдею, блядь. Что ты там делаешь? Я сейчас хуй свой достану, чуваки. Так, где моя рука? О! Ебать здоровый! Фу, здоровяка вывалил, блядь. Нихуя. Чё ты тут? Да не трогай, не распаковывай! Нихуя тут книжка, пиздец. I'm a motherfucking skinny boy. Смотрите. I'm a dreamer boy. I'm a girl. I'm a leading living. Что-то там boy. Книжка охуевшая. Как, охуевшая. Я, как мы это будем собирать, так не знаю. Ты берущика? Да, не подглядывай. Бля, ебать тут детали нахуй. Давай когда стримить не будем, чтобы весь день можно потратить на сборочку, блядь. А мы за день не соберем все равно. Хуень. Туалет. Запакуй обратно, сука. Смотрите, блядь, тут ошибка, нахуй. Тут нет теплого пола. В ванне есть теплый пол, тут нет, блядь. Включаем. И слушайте, могу включить вытяжку, слушайте. Все, я тут. 10%, сука. Смотрите, тут, короче, садишься как, а тут эта хуйня, чтобы жопу подмывать. Я никогда не пользовался. Что тут делать надо? Ух ты, блядь! И чё? И чё? А чё не работает? Блядь, ну нахуй. Что ты там ломаешь? А чё он не работает, как? Он работает, вот да? Вот я нажимаю. Да. А, тут кран, ебать. Просто... Подожди, а где горячая вода? О! Нихуя! Нихуя! Этим жопу мыть, ты чё ропишь? Мне туда, блядь, войдёт нахуй. Ух, блядь, какашки обратно залезут, блядь. Никто никуда не залезет. Больная нахуй, вырубай, блядь. Так вот надо, это просто... Ты так себе жопу мою мыла, блядь? Так вот. Вырубай нахуй. Это холодно. Чё надо? Нет. Не ломай дверь, сука. Иди нахуй. Мы, ты сегодня, давай сегодня потрахаемся, я тебя выпущу. Тогда сидишь там. Либо трахаемся, либо сидишь там весь день. Ладно, выходи, уёбище, сука. О! Ты дура, блядь, ломает нахуй. Ломай, ломай, блядь, новую квартиру купим. Мы же, блядь, богатые, нахуй. Сломала. Кого сломала? Ты ебанутая, блядь, сама платить будешь, нахуй. Кого сломала там, блядь? Я колено сломала. Пока, блядь. Сам приготовлю. Чё происходит? Сколько время? Ещё, ну типа, до 30 минут, что ты говорила, 16 минут.
Сейчас, чуваки, я вас к зарядочке подключаю, ебать. Наше движение немножко ограничено теперь, блядь. Ты другой стороны. Я вверх ногами его снимаю. Пролет ёбнутый, у меня холодильник пустой, нихуя нету, блядь. Мясо варю я, да. Ассистент, блядь, я устал стоять там. Готовь еду-то, блядь, чё ты стоишь, блядь? Готовка это готовка, а хули ты стоишь-то, блядь? У меня уже очко закипело, блядь. Хули ты телефон не зарядил? Я сейчас пролет ёбнутое дело. Я теперь привязан, нахуй, к столу, блядь. Посидишь, блядь, я ж... Куда ты пошла, блядь? Да ты дура, ну нахуй ты воняешь этой хуйней. Блядь, ты меня еще на шорты шаркнула, ебанутая, блядь. Бля, ты будешь спать, и тебе ночью нахуй наебало, сяду на пиржу, блядь. Будешь себе ебало обшикивать потом, блядь. Как вам мой пальчик? Он пиздец не любит освежитель воздуха, который я купила. Шакнула. Пизде у Даши вот так вот поковырялся нахуй, и теперь, сука, пальцы облазят. Чего ты смотришь? Куда ты? Отпусти! Нет, у тебя больше девушки. Уйди от меня. Ну ладно. Дай попу. Дай попу. Какую? Ну нахуй ты меня бьешь больно, какую? Собака ебаная. Я сейчас телефон пол... Куда ты ушла? Пока. Куда пока-то, блядь? Как у меня заставка вообще на рабочем столе? Что, блядь? Ты можешь закипеть, заебал? Ой, пароль. Смотрите, мой пароль. 2-2-3-3-3-3. Так, тихо. Что тут происходит? У нас вытяжка есть, нихуя, блядь. Фу. Где собака Даша? Надеюсь, потерялась нахуй. Она в гостинице, завтра я заберу. Да, открою, блядь. Холодно, жарко, я не понимаю. Я набегался, устал. Завтра с утра я ее заберу. Нахуй пакет этот лежит, блядь, убери его нахуй. Сейчас я на спецэффекты снимаю. Сейчас подробчик вам. Гузи стрим, нахуй, модератор, блядь. Это твой парень новый? Нет, чел, который мне... Вообще, я еще поеду к сестре. Нахуй ты мне мило пишешь. Как зарядка идет? 18%. Нихуя, но даже с трансляции заряжает. Айфон, во! Это шарик? Шарик. Айфон, во! О, это я, блядь, до сих пор не выпил, нахуй. Я в кинотеатре покупал. Чисто пригубить можно сегодня. Блять, не шатай меня нахуй. Что будет, если в розетку спали в розетку? Наши новые розетки, как ты туда палец засунешь, блядь?
кожа кипает. Покажи. Уебай. А если парень стол засунуть? Долбоёб. Ну, в травмпункт поедем. Какой травмпункт? У меня палец железный, я уже варил его. Вот можно а посмотреть. Блядь. Посверли, посверли. Времени сколько? Еще 10 минут. All of my young niggas losing their life cause they don't know what's life. That is outside the trap. Niggas be telling us if we don't dribble the ball, then maybe a nigga can rap. Niggas on the block, they move network. Got the weed, the coke and the... Хуюши, блять, я снимаю нахуй, я знаю, что нужно делать, блять. Tell it off shit from the earth. I got a big key, I keep it with me. I never been shot, but I know that it hurt. Niggas killed my brother back in 2014. Street snow with the 12 with a cold case. That was back in Pontiac in my old place. Niggas never really make it to an old age. I gotta bring my Beretta when I wear my jewelry, cause I do not know what they thinking. Niggas be plotting on me when I'm blinking. I be too paranoid, bitch, I be too paranoid. Тебя, блядь, напердела нам. Нет. Смотрите, клонём пути. Какой газ? У нас газовый это нет, блядь. Я знаю, но вы это газовый. И всё, и вот 20 минут, можно о нём не говорить. А что сверху над раковиной? Там тоже дырка какая-то. Что там? Это дырка, чтобы посуда... Стекала? Да, чтобы она... Ебать, умные кто-то делал тут этот. Но ремонт, конечно, не умный, блядь. Так. Блядь, нахуй съёмка, блядь. Смотрите, проезд. Кому уебать, блядь? Кому уебать-то? Ебаш. Сильнее, блядь. Сильнее я мужчина. Нет. Скинь плейлист. Это играет Spotify, мой любимый трек. Он сегодня так, сколько процентов? 20. Надо можно еще ебать отсоединиться. Надо еще 20 секунд. Пролет пошел. Пускай ищет меня теперь нахуй. Всем привет. Что она пишет с моего телефона? Трахайте меня кто-нибудь. Трахайте меня кто-нибудь. Кто-нибудь жестко трахайте меня. Трахните меня кто-нибудь. Я сейчас буду твои трусы тут развешивать. Иначе они запреют. Кого, блядь? Да, пахнет. Кого, блядь? Трусы твои. Ты купи мне сушилку, пожалуйста. Какие, какую сушилку, блядь? Такую, это, брунчики. Есть такая, 3000 стоит. Наверное. Пошла ты нахуй с сушилкой, блядь. На улице повесь, блядь. Какой улице, блядь? У нас даже балкона нет. Пиздец, я такой громизи, смотрите, нахуй, ванна маленькая, не влажу, блядь. Ты прям так лежал в ванне, когда ты купался? Не, я когда купаюсь, лежу вот так. Типа, вот, ой, бля! Блять, какой сын шлюхи это придумал? А, блядь, у меня мокрая жопа! Ты все испачкал! Блядь! Ты все испачкал! Смотри, тут, блядь, ложиться спиной надо вот здесь, а тут кран ебаный. Ну, блядь, ты придумал ли, блядь? Долбоеб ебаный. Тихо. О, блядь, я жопа грязной жопой сел, нормально. Боба. Боба. Нормально. Фу, бля, ебать, я устал бегать, нахуй. Я реально, бля, сейчас на физкультуре какой-то. Так, что вам еще показать, нахуй? Трусы мои вешаешь, что нет? Ты где, блядь? Фу. Come on.
Фух. Ой, устал я, дети. А что это, я могу смайлик? Ебать, тут можно... Даша! Прикинь, тут эффекты можно. А ну, посмотри на меня. Подожди. Натурал. Ничего не понятно, короче. Подожди, я думаю, спецэффекты. N4, блядь. Ебать, тут спецэффекты, блядь. Natural, natural. Не натурал, а natural. Natural. Да, у тебя 4 минуты уже готово, нахуй. Кипит, блядь! Ух, бля, ох, блядь! Ой, ой, ой! Ой, блядь, спотели нахуй. Ебать, спотели нахуй, что я протру вас. Ебать там нахуй варёшка, жарёшка, блядь, ух ты, блядь, поварёшка. Что? Сухие. Кстати, потрогай. Ты мои трогаешь, блядь. А, это мои, блядь. Да вот там ниже мои. Да и... Трусики. Ну, блядь, трусы и трусы. Дальше чё, нахуй? Дальше чё, блядь? Трусы трусами, а корабли кораблями, морями. Иди нахуй, короче. Да уйди, мне надо повесить. У нас же нет шили. Свет я включил. Таком коврик, я тоже хочу такой. Он прикольный, он мягкий. Он такой. Прям, бля, он охуенный по качеству. Я себе, наверное, тоже такой закажу. А у меня есть небольшие коврики? Нет, у них только большие. Гандоны. Прикиньте, вот пришел, вижу, блядь, думал, что это за хуйня, нахуй. Дебилы какие-то прикрепили, блядь, какую-то хуйню. А это оказывается, что побои не царапать. Охуеть. Да! А что ты вчера это не закинул? А потому что в этом, наверное, вчера был? А что на них лоит? Так я же вечером... Трахаю я! Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-пау! Баскетбол ногой. На нахуй! Что ты делаешь? Чё? Как вам лица? Приходить, фан встречу устроим. Возьмем. Фу, блядь, я устал. Ну надо, чтобы подождать. Что тут происходит? Типа, Леша, твои руки, нахуй. Да уйди, ты мне мешаешь! Хуяешь, блядь! Нахуй ты стучишь-то, блядь? О, давай я! Я, короче, нет, вот так, стой, дай, дай! Не трогай ничего! Я вот так возьму стейк сюда. Пути, не трогай ничего! Нет? Давайте стейки приготовлю, как я умею. Не надо! Стой! Посмотрите на свинью, блядь. Посмотрите на нее, нахуй. Что это, блядь, за пыль? Везде, сука, пыль, блядь. Не убирается никто, блядь. Ты мне пылесос купил? Ты меня отсосала? Да. Ого, реально? Пылесос купил. Ну что, тут справедливо все. Тут все справедливо. Пылесос купи. Да денег нет, блядь, у меня рекламы нет, нахуй. Никто не берет, блядь. Стримов нету, говорят, иди ты нахуй. Так стрим. Думаешь? Кто мешает, понимаю. Ну, стримлю, запустил сегодня. Правда, сегодня у всех онлайн говно. У тебя большой, потому что оператор 9 снимает. Думаешь? Умный, блядь, человек нахуй, с большой ноги. Большой ноги. Иди работай. Ты долбоёб, куда работать нахуй, а что, блядь? Отсос за пылесос на завод. Завод. Писюнчик сейчас покажу вам в кадр. Ой. Садись, Даша. Ты конченый? Класс. Йоу, йоу.
Значит, у Даши вот такая сиська. Смотрите, я типа беру свою рукой, и вот так она фул руку, почти фул руку залазит. Вот такая сиська. Типа фул руку вот так берешь и залазит. Пиздец. Ой. Я грязный сзади? Дайте же мне ванну. Кого испачкал-то? Там вода была, блядь. Кого я испачкал-то нахуй? Оп, свет включили. Со светом лучше, чуваки, или вырубить? Я могу тогда, если половина так, половина так, я могу вот этот вырубить. Или вот этот врубить. Вот так. Масочку надеваем, блядь. Масочку надеваем. Сука, хули без маски в чате, блядь. Что тут происходит? Даша кипит, блядь. Кипит все нахуй. Жужжит, блядь. Зудит нахуй. Все кипит, блядь. О, сейчас вот ребята в челлендже будет ваша смотрите. Ой, блядь. Тихо. Блядина. Воды мало, сука, надо подлить. Потерь много, блядь. Сейчас. Сука, я просто смотрю в камеру, а не в жизни. Ладно, сейчас буду смотреть в жизни. Ты чё, мразь? Ты чё, мразь? Значит, две подряд. Тихо, две подряд. Да, уже что-то нет. Считается. Нет. Ну тут, блядь, дно сломанное, блядь, бутылки, сука, пластиковые, нет. Блядь. Да не ломай! А! Зачем подписи он пуси, блядь? А, чат. Смотри, волосы вырвал. Хорош. Чат. Вы можете, пожалуйста, те, кто еще не нажал кнопочку подписаться? Не нажимайте. Нажать кнопку. Ну, не подписаться, а отслеживать. Нажать кнопочку отслеживать. Не нажимайте. Пожалуйста. А вообще кто-то за стрим подписался платно? Подпишитесь платно, суки. О, потрогай пипиську. Ты что, конченый? Убери нахуй. Потрогай пипиську. Сейчас. А! Пипиську потрогай. Не-не-не, убирай нахуй. Потрогай. Блин. Что она делала нахуй? Убирай нахуй. Уйди от меня! Нет. Дай. Нажмите, пожалуйста, кнопочку отслеживать. Дай руку, блядь. Уже 50 минут, кого ждем, блядь? 3 минуты, блядь, уже прошло, лишних нахуй. 3 минуты, блядь. Да, блядь, ты кончен, мясо маринуется, пусть маринуется, гречка варится. Мне нужно, чтобы очень сильно нагрелась сковородка. Она уже трещит. Да, ох, да, блядь. Она уже не трещит. Да, блокируй, мне нужен таймер. Ну, вруби, блядь. Что с тобой? Айфон, блядь! Лицо не помнишь, блядь. Дурно жопу. Да уйди! Заебал она, короче, пойду покакаю. Бля, сейчас могу реально покакать. Да я без трусиков, честно, нахуй, не могу, типа, трусиков нет, у меня все стирки.
Блин, сейчас реально как их вставать, блядь, вставать. Я теперь там покакаю, блядь. Я чуть реально в туалете не покакал. Я... Чем-то воняет. Я тебе серьезно. Где? Ящик. Чем-то воняет. Это не газ? Я не знаю, как газ воняет. Больно. Кстати, это газ, по-моему. И что делать? Блин, реально газ отпахнет. А ты газ не включал, тут газа нет. Да, ты мы сейчас не взлетим тут нахуй. Только из верхнего ящика. Да, типа, реально газ. Откуда он, блядь? Ну, смотри, чат, это правильно понимаю? Это электроплита, тут газа нет. Да? Именно из этого ящика. А что там, блядь? Включи фонарик. Подожди, я скажу. Там просто выход из этой хуйни, типа. Стебусь отсюда, вдруг сейчас бабахнет нахуй. А чё газом воняет? Чуки, а что делать, если газом воняет? Надо кого-то вызывать? Это пластик может вонять? Говорят, это пластик может вонять. Ну, похоже, типа, и на пластик, и на газ, но... А чё раньше не воняло? Ну, воняет, мы ни разу не готовили. Первый раз готовили. Тоже верно. А пластик откуда типа? Ну, а снизу, смотри, он, скорее всего, нагревается, и тут не нагревается сам пластик. Нет. Типа тут пластик не нагревается. Даже что-то дымит. Да вот это дымит, блядь. Подожди, дай еще понюхай. Ну меньше сейчас снимает. А включи мне фонарик, свети мне туда. Сейчас посмотри, что там. А, это ж хуйня снимается. Подожди, давай. Сейчас, подожди, стой. Вот здесь поднимается. А вот это поднимается? Что там? Ну а вот этот выдвинутый ящик можно? Нет, он должен найти. Дальше я тебя понимаю. Нет, я вообще сам. Просто я уже пару раз уже открыла. Меньше, да? Да. Я просто пару раз открыла, я сейчас спросила, типа, у нас газом не воняет? Блядь, у вас же нет спичек, нихуя, чтобы мы не пахнули. Так оно от цвета может взорваться. Ага. Так если оно взорвется, здесь полдома взорвется еще раз. Ну, подожди, взорвется там, ту, в ту сторону, если я, в принципе, вот тут буду. Если я, в принципе, вот тут лягу, вот так вот. Я в безопасности, чат? Я сейчас в безопасности? Full safe? Зона. Я в зоне, чуваки, я в зоне. Или не в зоне, блядь. Следующий круг вообще нахуй. Куда, блядь? Дверь закрой. Что ты делаешь? Прячусь нахуй. У меня круг следующий, блядь, в этой комнате нахуй, чтобы не умереть, блядь. Я реально говорю, если что-то рванет, здесь весь подъезд упадет, я тебе серьезно говорю. Ты ебанушка, нахуй ты меня пугаешь, блядь. Я тебя не пугаю, как по факту. Я не знаю, что это воняет. Я сейчас, блядь, выбегу с дома, нахуй. Нет, там так же воняет. Дай мне. Можно? Дай сюда тебе смотрю. Может это, блядь, твоя плита ебаная воняет? Почему? Ну, типа, сама вот эта вот сковорода. Нет, оно из ящика именно воняет. Так откуда снизу, блядь, вот из ящика, вот это что? Нет, снизу не... Залезай туда, нюхай нахуй. Нет, только из верхнего. Ну, из верхнего, прям под плитой, блядь. Кроме, по-быстрому, его разблокируй, сейчас, чуваки, стрим повисит, там номер надо взять. Все, я тут. Она звонит, ебать. Мне Татьяна пишет, Даша, у нас нет газа в доме, ты чё? Алло, здравствуйте. Согласен, блядь. Вот у меня к вам такой вопрос. А в квартире вообще газа нет? Спросила. Которую вы дают нам. Береговая,
Блять, дура, адрес не говори нахуй. Дальше не продолжай, блять. Да, каждый квартир. Я просто начала готовить, открыла ящик с вилками, а оттуда... Ну вот я знаю, да, что вилки не знаю, куда пахнут, заливать. Береговой проезд 3, блять. Ну и 3, чё нахуй, это улица, блять. Чё, блять, ух ты, блять, там ребёнок голый. Там ребёнок голый, блять. Там мне не видно было? Там, блядь, тут окно. Смотри, сейчас аккуратно покажу. Тут вон жилые дома, и слева, блядь, ребенок, сука, голый. Иди нахуй, долбоеб. Модер, напиши, было видно или нет? Хз. Ну ладно, я наебал, он не голый. Ну типа он сидит просто, ну без майки, там писюнчик и так далее, ничего такого нет. Он просто без майки сидит, он не голый. Угу. Что там происходит? Блядь, чат, если я сейчас взлечу на воздух нахуй, я не хочу так тупо умирать, блядь. Это самая тупая смерть сейчас взлететь, блядь, на воздух нахуй, блядь, в квартире, блядь. Ну его нахуй. Куда спрятаться-то, блядь? Она улыбается, говорит, здесь все нормально. Ну переставили, все он сделал аккуратно, все хорошо. Да, сейчас да. Поди съебание, сучек. Я буду трахать сегодня. Ай-яй-яй. В ту сторону, короче, всем на выход нахуй. Накрой индейку крышкой, она внутри сарая будет. Крышкой накрой, сука, индейку, внутри сарая будет, блядь. Первый день готовишь, нахуй. Татьяна, советую, блядь, Денисовна, нахуй. Татьяна Денисовна, смотри, короче, если сейчас мы взлетим на воздух, короче, у меня план такой. Дверь закрываем, нахуй, Дашу там оставляем. О, блядь, ебать, я кабан упал. Тут, короче, вот так под одеяло, нахуй. Под одеяло, блядь. И вот так. А, Татьяна, это Поппи? Ну, иди нахуй, Поппи. Все. Умирать. Если я умру так тупо, это просто пиздец. Блять. Пожалуйста, нахуй. Только не это, блять, она идет ко мне. Тихо. Типа не высоко тут. Второй этаж у нас, я могу, конечно, спрыгнуть, нахуй. Она сказала, что в этом доме нет газа вообще, это, наверное, из-за того, что новая плита, я первый раз... В принципе, в доме газа нет? Да, в этом доме... А, живем тогда, похуй! Во-первых, нахуй, да ты можешь не идти здесь! Фух, блядь. Чё, фу, блядь? Адрес, я всем сказал, что мы живем на втором этаже, и ты говоришь, береговой проезд еще три, но я приду сейчас пить. А, реально? Да. А чё ты нахуй, ты же знаешь, что со стримом я разговариваю по телефону с собственницей, нахуй ты здесь со стримом стоишь? Я стоял в коридоре, тебя слышно на всю квартиру, дура, блядь. Пизда. Так какая разница, береговой... Гости, приходите, блядь. Береговой проезд 3, блядь, он же большой, нахуй, тут домов, хуй пойми, блядь. Пускай ищет, блядь. Во-первых, нахуй ты учишь меня готовить. А во-вторых, у них вид с окна есть, всё, они сейчас все придут, ну похуй. У вас есть еще дня 3, чтобы прийти, потому что дальше там лобби закрытое будет. Да, там поставят шлагбаум. И... Шлагбаум? И хуй пройдешь, блядь, понятно вам? Во, блядь. Ты мне можешь уже приготовить, блядь? Сейчас так же жарить. Мне нравится, она охуенная. Что я сказал? Я ничего ты не сказал. Ты сказал, накрой крышку. Во-первых, у нас нет крышки, нет второго. Нет, этот, блядь, Тинки Поппи говорит, нахуй, крышкой накрой, а то, блядь, внутри сырого. Она не будет сырая, это индейка, понятно? Блядь. Она готовится вообще за 3 минуты. Понятно, Поппи ебаная, это индейка, а ты, это сука, курица ебаная. Она пишет, будет. Не будет. Посмотри, она внутрь, пусть так вкусно. А вот спор, блядь, между девочками, да. Там разрез есть, она не будет сырой. Любящий, видишь, где она сырая, нахуй, уже не будет, блядь. Поппи ебаная, блядь.
Я сделала просто... Сейчас пересушишь. Сейчас пересушишь. Я сейчас ебала кому-то сломаю. Сломай ей нахуй, ебала. Ломай, блядь. Ох, какая шлюха. Это же все мне? Да, это все тебе. О, да. А ты что будешь? Ничего. Не кушаешь сегодня? А завтра? Уёбище ебаное, если ты сейчас жрать не будешь, блядь, и опять заболеешь своей хуйней конченой, я тебя выселю нахуй, будешь на улице доедать, блядь, за бомжами нахуй, чтобы остаться в живых вообще, блядь. Оп! Ай, блядь, волосы. Зачем обосралась до этой хуйни, блядь? Обосралась, а если бы взорвать? Покинь, если бы у меня тут были спички, а я был пранкером и поджег спичку. Так оно бы, я тебе говорю, ты понимаешь, что оно даже от света взрывается. Ну, от спички тем более. Если оно взрывается, вот, короче, дом подъезд, который упал, как раз говорили о том, что утром, ну, кто-то, короче, у кого-то газ, там труба вот эта хуйня была с газом, и короче, нахуй, блядь. Блять, у нас нет ни прихваток вообще. А чё все пок пишут? Чё? Все пишут very пок, блять. А чё пок-то? А чё пок? Чё пок-то, блять? Чё пок-то, блять? А типа готова уже? Ещё не готова, нахуй. Сейчас она мне ещё гречку навалит. Какого хуя у нас нет, блять, ни кетчупа, ни хуя? Как мне без кетчупа есть? Я всегда ем с кетчупом, блять. Есть соевый соус. Я не знаю. Соевый соус говно, наверное. Мне нравится только барбекю соус, кетчуп, майонез и все. Больше мне нихуя не нравится. О, блядь, она будет долго стекать. Кто? Я забыла эту хуйню открыть. Ломай, ломай, блядь. Сейчас, чтобы она... Кто там что писал, блядь? Кто там что писал? А нахуй ты еще жаришь до сих пор? Потому что потом толще. Толще? Блин. Да. Блин. Чёрт. Стол все забыл, все, что про него я говорил. Уёбище ебаное. Гандон. Дай. Сын суки. Дай. Пи. Дай. Сдец. Что? Ну, чтоб ты мне как-то помог. Чем помог, блин, съемкой? Нет, не съемкой, потому что у нас нет ножниц, вот это хуйня. Ну, разрезаю, нужно бы уже разрезать. Заделить. У меня так не называют, даже когда мы переехали, мне все полили. Я тебя, блядь, обнимаю, забыл, потрогаю, целую, хватит с тебя, да? Охуел. Что происходит у вас, блядь? Ух ты, блядь! Что происходит? Я что, блядь, с пакета жрать буду? Да. Блядь, ну капает. Ну горячая, ну у нас нет. Нихуя вообще. Эту сервировку, блядь, вот это вот все, ну, типа, как называется, подача ебаная. Подачу нам тут все сделай, блядь. Сейчас я сяду, буду кушать. Пока я буду кушать, ты заходи, блядь, и сайты открывай свои интеграционные, блядь. Я, если что, официантом работал, блядь. Я сервировку проверил, нахуй. У нас тарелок нет больших, чтобы красиво засервировать. Куировать, блядь. Я реально говорю. Oh, yeah. Fucking slaves. И что это ты, блядь, мне сыпишь нахуй? Ты ебанушка, блядь, все что ли? Хватит меня, блядь? Да. Всю высыпай, блядь. Так она с водой будет, если я сейчас так буду высыпать. А, блядь, что ты орешь-то нахуй? Да пар, ебаный. Пар, блядь. Андрей, нахуй. Есть такое имя пар? Не знаю. Писюн. О, блядь. Так, как же неудобно готовить? Ну как, удобно, типа, здесь просто дохуя чего нет. Нет чипсов, чтобы мясо переворачивать. Я, типа, двумя вилками, нахуй, переворачивала мясо. И чё, блядь, в старой школе, блядь, училась, нет, блядь? Клади, клади мне тут, блядь. Кладу, кладу, блядь. Ложи, ложи. Что ты там пикаешь, блядь? Выключила. Сейчас газ бомбанет, нахуй. Это все Стасу, да? Только я один раз только поем. Он пиздец кушает, нахуй. Ну я пиздец кушаю, начнем с этого. И это, блядь, я... Ну только это поем, больше нихуя нет, блядь. Это сколько тут калорий, блядь? Тут 1000 даже, наверное, не будет. Гречка, блядь, и мясо. Мне кажется, будет.
Дохуя, потому что. Так тут мясо, блядь, без соли, без нихуя нахуй, и что, какая ты ищешь тут? Почему? Ну мясо типа хорошо замариновано, оно должно быть нормальное. Я попробую у тебя кусочек. Как вы думаете, сейчас сколько тут калорий вот на это такое блюдо? Мне кажется, тут 1000 нет. Тем более гречка вот такая без нихуя нахуй. Ну гречка, да, без нихуя. Но эти гречки могу соевым чисто соусом заправить. Чуть-чуть. Он такой солоноватый. Какие 3200, долбоёб, блядь? Но тут большинство пишет от 800 до 1300. Тут считайте, что это не курица, это индейка. Индейка, в индейке намного больше белка, и она намного менее калорийная. Понятно нахуй? Тут индейка, блядь. Курица. Тут вообще 1000 нет, я уверен. Вообще похуй, мне надо, чтобы худеть. Я 2200, по-моему, на мои 100 кг это поддержание, чтобы худеть это вот, ну, ниже, там, на 300, допустим. А я тут, блядь, 1000 с хуйным максимум. Максимум. Все, понимаете, я сейчас это ем, я не наемся. Хотя, наверное, а, кстати, гречкой пиздец наедаешься, потому что ее очень много. Я говорю, ты помидорчики будешь? Да, конечно, блядь. Помидорчики, огурчики, это, блядь, 100% каждый день, всегда, нахуй, и в перерывах, и хуерывах. Где я помою? Себя помой. Папа вам чат. Ну что ты делаешь, блядь? Бутерфлип-челлендж, блядь. Нахуй ты мне тут все уходи. Что ломаю? Ничего не ломаю. Это вода нахуй на утилизацию, блядь. На хуилизацию. Выкинь, значит, что ее в мусор кладешь. На утилизацию. Нахуй ты ее мне сюда кинешь, блядь. Не пизди. Блядь. Блядь, у меня помидоры желтые, нахуй, о! Ты ебанушка, это что такое, блядь? Помидоры, нахуй, желтые, блядь. Ты больная, нахуй? Ты мне, блядь, помидоры просроченные принесла, блядь. Ты ебучку свою. Нахуй ты мне желтые помидоры принесла? Почему 4 мало, блядь? Хотя бы 6, 8. Нет, есть 8. Ты охуела? Нахуй. У меня помидоры желтые, еще их мало, блядь. Тихо, ну-ка не пиздеть мне здесь. Это сорт такой, дурак. Реально? Долбоёб. Уйди, я тебе добавлю эту хуйню. Как я всегда кушаю, кого, я тебе реально говорю, это вкусно. Ага, нахуй. Вместо соли. Что ты добавляешь? Это сушёный чеснок. Ебанушка, блядь. Тебе реально говорю. Так, а на гречку? Нет, на гречку нет. На гречку я тебе сейчас чуть прысну. Я тебе ещё прысну, нахуй. Наркотики. Что ты, блядь, берёшь там, нахуй? И что это, блядь, происходит? Охуеть, блядь. Теперь гречка в сперме, блядь, какой-то вонючий, нахуй, блядь, невкусная, блядь. Она просто соленая. Ты ее даже не почувствуешь. Хуёная, блядь. Сейчас я пробую кусочек. А ты иди включай сайт, и потом... Да мне там включать секунду. Сейчас я надо дам. Так, сейчас я вам все скажу. Я вам скажу все честно сейчас. Все, сейчас честная оценка действий будет. Нахуй ты мне нож принесла? Чтоб ты мяско порезал. Тихо, пробуем гречку. Подожди, стой, подожди, подожди, не ешь, не ешь. Ты мама скажет, блядь, что я тебя не кормлю, нахуй. Сейчас я с твоей маме отправлю. Моей? Да. Так, ну, гречка в каких-то местах... Но тебе надо размешать то, что соевый соус. Да. Уже в каких-то там... местах она безвкусная, поэтому сейчас мы размешаем и скажем она еще. Она безвкусная, потому что ты на диете. Соевого соуса чуть-чуть я добавила. Если захочешь, еще можешь добавить. Ну, чуть-чуть совсем. Тихо. В нем немного калорий. Угу. Ну, если добавить к этому... Так. Кетчуп, блядь, сейчас скажет. Если к этому добавить огурчики, помидорчики плюс кетчуп... Так, теперь мясо. Похуй на твой нож ебаный. Будешь кусать? Ты долбоёб. Да я попробую. Иди нахуй. Охуел? Тебе реально нравится? Я посмотрю. Не, ну она не сырая. Кто-то ну да. Кто-то пиздел, что она будет сырой, я не знаю, блядь. Ой, бля, вот балдёжка. Иди, всё, иди нахуй отсюда, блядь. Да оставь, я так больше нихуя не поем, блядь. Так я кусочки, я хочу просто... Нихуя кусок уломила, блядь. Пол мяса спиздила, охуеть, блядь. Пол мяса украла, блядь. Пиздец. Пиздец, блядь. Иди сайт включай свой. Сейчас реклама пойдёт.
за компом даем. Бля, ну, кетчупа не хватает. Так если я буду один раз в день есть, почему я не могу с кетчупом поесть? Один раз в день есть, и еще этот, типа, перекусывать там огурцами, помидорами, салатиком. Хуями, помидорами, блядь. Сейчас ты хуем моим перекусишь, блядь, когда я достримлю нахуй. Поняла, блядь? Да иди ты нахуй от моего мяса, блядь. Я кусочек. Вали, давай, включай, блядь. Мне секунду включать. Там иди уже. Нахуй ты меня выгоняешь? Благодарю. Уёбуй. Что началось-то, блядь? О, чат пойдет как заправка для гречки? Пшикнуть. Уля. Так что-то пшик. Ой, блядь, балдёжка, нахуй. Я так давно не ел именно домашнюю прям еду. Ой, блядь. Что у вас здесь происходит? Ой, блядь. Свин ебаный. Ты свин, иди нахуй. Кто рассыпал, блядь? Это не я, это Даша, нахуй. Охуел меня? Тебе нравится? Блядь, помидорчики бомба. Ну, тут все прям вкусно, но... Нужно либо кетчуп, либо больше вот этого соуса, что ты пшикнул, блядь, бахнул оттуда. А, у тебя диета есть. Да ты уёбишься, тут 1000 калорий нет, блядь. Ой, блядь, с кетчупом было бы, конечно, бомба. Ты можешь пойти инту делать, блядь? Так мне телефон со стримом нужен, я там без стрима это сделаю. Так я сейчас прилечу. Можешь? Да. Ты ебанушка! Вали отсюда нахуй! Не умещается крышка, блядь!